Захаровском доме культуры прошла церемония награждения победителей 20-го окружного конкурса детского рисунка и художественно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость». На выставке представлено более 1200 детских и юношеских работ. Для Одинцовского округа конкурс является важным культурным событием, отметил глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. Юные жители с удовольствием принимают в нем участие, и с каждым годом работ становится все больше. Конкурс позволяет раскрыть в детях художественные таланты, развить их способности. В награждении победителей конкурса приняли участие первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и одинцовские единороссы. Всего было вручено более 100 различных наград. А специальные призы главы Одинцовского округа за высокие творческие достижения получили 4 участника.